Aliprice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Всем привет. После замены окна у меня остался вот такой стеклопакет. И я хочу из него сделать уличный столик. Размер окна получается 1 м на 90 см. Первым делом это необходимо при помощи ножа срезать вот эту всю резиновую часть. Она легко срезается, чтобы потом, когда мы будем вкладывать данный стеклопакет в уголок, нам ничего не мешало. Следующим шагом из 25-го уголка свариваем вот такой вот каркас, чтобы он четко подходил по размеру стеклопакета. Швы потом можно будет зачистить благарочкой. Итак, все швы я позачищал. И плюс к тому же немножко закруглил уголки. Теперь будем делать ножки. Ножки буду делать из 30-й трубы по 70 сантиметров. Сюда ставим и привариваем. Так, ножки на месте, все поставил, стекло поставил, все стало просто отлично. Пока получается вот так, ну, кот доволен, да, кот? Сейчас еще хочу сделать небольшие распорочки вот сюда, ну, для большей жесткости. И потом уже будем красить и покажу, что получится в итоге. Ну вот, пока так. Такая основа получилась. Сейчас все это дело покрасим и будем ставить уже стеклопакет. Прошли сутки, основа вся высохла, и теперь можно будет ставить данное стекло. Также, помимо этого, есть у меня такая вот штука, что-то типа бинт-резины. Проложу ее здесь внизу, будет типа уплотнителя. Сейчас стекло поставлю и покажу, как получится. Итак, стекло установлено, и получился вот такой вот столик. Отличное дополнение к моему мангалу. Получается такой небольшая зона отдыха. Если вы не видели, как делался данный мангал, ссылочка будет в описании под видео, можете поглядеть. Но на столике единственное, что сейчас я доделаю, это вот при помощи вот такой вот алмазной насадки на бормашинку закруглю все вот эти вот уголочки. Вот я уже начал зачищать, и получается гладко и хорошо. И возможно еще в дальнейшем залью вот эти вот щели, что остались, либо силиконом, либо герметиком. Пока еще не решил. Ну а пока вот так. Всем большое спасибо за внимание, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и всем пока.